Врачи ожогового отделения областной больницы применяют клеточные технологии при лечении пациентов с тяжелыми ожогами. Сегодня специалисты произвели 3 забора кожи. Сейчас на базе клеточной лаборатории медицинского института СВФУ выращивают фибропласты. Новые клетки производят из собственных клеток кожи пациента. В середине декабря планируют переместить их на рану с обширным ожогом. Добавим, что ежегодно в ожоговое отделение поступает более 800 пациентов с термическими травмами, ожогами различной степени и обморожениями. Врачи регулярно проводят сложные операции. Буквально 2 недели тому назад мы выписали домой пострадавшего с 95% поражения всего тела пламенем. Он был иногородний пациент, он выписался на постоянное место жительства в город Красноярск. Он очень хорошо и очень успешно, мы сами очень довольны своим результатом работы. Ну, если говорить о... Ну вот сегодня мы выписываем пациента, который поступил после взрыва на ГРЭС.